Представители партии «Ак Жол» в Алматы провели мирный митинг. Мероприятие прошло на территории одного из городских парков. После официальной части алматинцы устроили танцевальный флешмоб. Участие в нем приняло порядка 500 человек. Среди них члены партии, молодежь, местные активисты и предприниматели. Мирный митинг стал площадкой, где жители смогли публично обсудить важные для них темы. Встреча прошла в формате открытого диалога. Кандидаты в депутаты рассказали о приоритетных направлениях своей предвыборной программы, подробно ответили на вопросы и внимательно выслушали предложения. Агитационная работа акжоловцев проходит во всех регионах страны. Сегодня в Алмате, несмотря на рабочий день, несмотря на пасмурный день, несмотря на то, что у всех люди заняты, тем не менее собрались члены партии «Ак-Жол» для того, чтобы обсудить и основные направления нашей программы. Мы выходим сегодня на такой решающий этап предвыборной кампании, и поэтому очень важно было, скажем так, сверить часы.